Дорожный конфликт перерос в драку. В Дзержинском районе Новосибирска не поделили дорогу курьер на электровелосипеде и автомобилист. У каждого из участников инцидента своя версия событий. Водитель иномарки утверждает, что велосипедист опасно вел себя на дороге, ехал посередине, а в ответ на замечание стал оскорблять оппонента. Курьер, наоборот, говорит, что ПДД не нарушал. Увидел знак ограничения скорости и начал притормаживать. И это якобы не понравилось автомобилисту. На своего обидчика мужчина собирается написать заявление в полицию.